Главная ценность Невского – здоровье. В районе прошла тематическая акция «Не проспи». Альтруизм, уважение, справедливость, свобода. Эти и другие ценности легли в основу городской акции «Не проспи». Всего их 18 по количеству районов города. Так Невскому досталось здоровье. Район действительно активно борется с репутацией наркологического центра Петербурга. Появляются детские и спортивные площадки, реконструируются поликлиники и больницы. Для воспитанников 30 подростково-молодежных центров Невского района и просто для прохожих организовали сразу несколько площадок. Ребята увидят, что досуг бывает разный, в том числе позитивный, конструктивный. Также они смогут узнать о различных подростково-молодежных клубах, секциях и кружках, записаться в них и в добровольцы нашего учреждения и тоже подросткового центра Невского. Организаторы проекта «Городской центр «Контакт» решили доказать молодежи Невского, что всему плохому есть здоровые альтернативы. Такие, как напольные, не путать с настольными, забавы, стрельба из водяного пистолета и философская игра «Узнай, какой ты огурец». В общем, Невский доказал, что он и правда самый здоровый район города.